важно, что мы получили такое почетное право первыми из регионов России принимать такой чемпионат. В Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке к 41-му чемпионату мира по игре в ГО. У нас такая большая страна, что в ней даже столько регионов, что каждый регион, делая по ходу, вся страна может сыграть партию в ГО. Я желаю каждому региону сделать самый лучший ход, а если нам не хватит ходов, то мы вместе доиграем во Владивостоке. Я приглашаю всех во Владивосток и считаю, что приход этой интересной азиатской игры в нашу великую евразиатскую страну – это, несомненно, очень хорошая тенденция. Мы будем ее поддерживать и развивать. Играйте в ГО. В дни проведения чемпионата во Владивостоке пройдет фестиваль ГО «Genius Extreme», в рамках которого поиграть в ГО смогут не только профессиональные игроки, но и все желающие. Интерес к участию растет с каждым днем, поэтому организаторы приняли решение разработать сценарий проведения чемпионата в онлайн-формате, чтобы быть готовыми соблюсти все предписания и нормы, касающиеся ковид-ограничений, действующих в регионе. Впервые в истории, между прочим, чемпионата мира такая возможность будет, когда любители со всего мира и из России смогут приехать и поиграть в рамках чемпионата мира. Вот это мероприятие получило поддержку президента, мы выиграли грант президентский. И этот фестиваль, он станет по-настоящему визитной карточкой Дальнего Востока во всем мире. Чемпионат мира по игре в ГО состоится во Владивостоке с 3 по 7 июня. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.